մարզը, որ Երևիտը Կարեն Կարապետյանին արդեն պետք չէ։ Դա արդեն պայմանավորվել է Մոսկվայում որոշ շրջանակների հետ եւ իր համար հարց չի ցակում։ Արդյոք պետք է գնան Նիկոլ Փաշինյանին բանակցել։ Я занимаюсь сельским хозяйством. Моя семья разводит коров и овец. Мы выращиваем хлеб, фрукты и овощи. Это гампры, армянские волкодавы. Они охраняют наш скот. 2 дня назад они напали на волка, но я их специально, как волкодавов, не выращиваю. Я дал им езидские имена – Джамала и Лайло. Предыдущая власть грабила народ. Вот пример. Недавно приняли закон, чтобы мы сдавали скот на им принадлежащие бойни. Это расходы, которые легли на нас. Налоги, транспорт, ветеринары, мясники. Брат президента Сашик Сарксян стал заниматься вывозом мяса в Иран. Нас стали вынуждать забивать скот и продавать его государству. Но нам это совершенно невыгодно, и мы уменьшили поголовье скота. В ответ государство подняло цены на все услуги, которые они нам навязывают. Это резко снизило наши доходы. Получается, что с каждой коровы государство крадет у нас по 10 килограммов мяса. С водой у нас тоже проблемы. 1 апреля нам должны были дать воду в сады, но государство тянет до 1 июля, до засухи, и мы вынуждены давать взятки, чтобы орошать сады. Вот так и начинается коррупция. Мои деды из Западной Армении, оттуда, из Османской империи, они принесли 400 книг. В деревне под Мушем, где мы жили, один из моих дедов, Саркис, был сельским старостой, а другой дед, Акоп, был учителем. Когда турки начали вырезать армян, в селе было 400 человек. Немногим удалось спастись. Среди них был мой дед, Акоп. Мне нужны люди в правительстве, которые бы меня защищали. Как простой человек, я совершенно беззащитен. Я уважаю Никола, и я готов уважать каждого армянина, который приходит во власть, но я хочу, чтобы они помнили о нас. Они должны работать для нас, а не мы для них. Я не знаю, что власть собирается делать, но я знаю, что 200 тысяч армян полуголодные. Они готовы идти на площадь, на парламент, протестовать, куда угодно. Куда же еще голодному человеку деться? Okay.
Мы с ребятами из села ходили на все демонстрации, и мы хотим, чтобы Никол стал премьером. Он правильно все понимает и объясняет. Он честен с народом. Сейчас самую большую угрозу мы видим в том, что Россия может захотеть восстановить власть Роберта Качаряна и его республиканцев. Если этого не произойдет, то мы справимся. Балус, чеки шну багак. Ай, сайселем шну. Ара, лагерогдуну вен гали мак саватанам. Арари митинг. Ну, надо вот такой красивый. Я наклоняюсь. Серж все продал русским. Для нас сейчас нет никакой разницы между турками, нашими историческими врагами, и русскими. Мы называем русских белыми турками. Это не мы придумали. Еще наши деды нас предупреждали. Веками русские предавали армян, они сдавали нас туркам, а затем коварно заявляли, что они нас освобождают. На самом же деле, они нас всегда предавали. Когда я смотрю на этих людей, я вижу тысячи глаз. Они как звездное небо, а когда смотришь на звезды, то слов не нужно. Я закончила факультет журналистики и 6 лет работала репортером. Параллельно работала в общественной правозащитной организации. Мой приход в политику был логическим продолжением этой профессиональной деятельности. Я поняла, что если я лично и мое поколение не войдем в реальную политику, то наше место при смене поколений займут дети олигархов, и они продолжат тот режим, с которым мы боремся. Если просто созвать митинг, то это не сработает. Мы решили устроить долгий процесс, в котором мы сами активно физически участвуем. Люди, видя наш пеший поход, наши мучения, поверили в то, что мы искренни и присоединились к нам.
Люди смотрели на то, как мы меняемся у них на глазах. Мы шли под дождем и солнцем. Наша кожа слезла от солнечных ожогов. Мы мерзли и сгорали. Мы спали в палатках, а наши ботинки рвались. Мы худели. Мы переносили все эти лишения. Люди видели, что мы хотим добиться своей цели – дойти в назначенный срок в Ереван. Это был исключительный опыт. Мы стали жить той жизнью, которой живут обычные люди, ради которых мы все это делали. Мы сменили свою офисную одежду на то, во что одеваются люди в районах. Мы ели то, чем они нас кормили. За всю свою работу депутатом я никогда не была так близко к людям и никогда так хорошо их не понимала. Фейсбук был нашим главным инструментом. Затем стали помогать интернет-телеканалы, которые вели круглосуточные передачи онлайн. Государственные телеканалы очень долго все игнорировали. В первые же дни полиция перешла к репрессиям. Власть пыталась подавить, обезглавить и разбить наше движение. Мы противопоставили тактику децентрализованного сопротивления. Мы не собирались вместе. Группы действовали в разных местах. Наконец, полиция оказалась бессильна. Главное, что повлияло на отставку Сержа Саргсяна, это не насильственное сопротивление и мирное давление общества, которое росло день ото дня. Мы все понимали, что годы жизни под тиранией, репрессиями привели людей к агрессивности. Они были подавлены и очень раздражены. Наше движение предложило им совершенно другой выход – объединиться. Не агрессию, а радость, близость друг к другу, солидарность, дружелюбие и миролюбие. Это стало неожиданно для многих, в том числе для властей. Мы поделились с миром очень важным опытом. Народ в условиях правильной самоорганизации может решать огромные задачи. Процесс, который мы начали здесь, может оказаться заразительным для некоторых авторитарных обществ. Я закончил университет в 2012 году, я не
находил себе подходящую работу здесь. Тогда я решил, что нужно с отцом поехать в Москву и там помогать ему в делах. Спустя 4 года я уже в 16 году возвращался в родину и окончательно решил для себя не ездить никуда больше. Здесь прошли выборы местного самоуправления, и тогда я хотел выдвигать мою кандидатуру. Кандидатов было двое всего, я и глава местного самоуправления, который уже 17 лет, с 99 года он здесь работал. Все время он выдвигал свою кандидатуру, не было соперников. Здесь мне очень помогли мои друзья, вот Никол Пашинян и команда наша. Я, это Никол, это наши ребята. Вот. Это первый раз в истории армянского, если не ошибаюсь, оппозиционной истории, когда оппозиция выигрывает выборы в селе. В плане самое первое было это освещение центральной улицы Аратян за 6 месяцев, которые я обещал. И после выборов самый последний день этот свет включился. Они занимаются рисованием. Как я понимаю, они рисуют все, что они видят кругом. Вот. Рисовали они стол. Это наш дом культуры, совместно с офисом самоуправления. Так как у нас нет отдельного здания, мы экономим зимой на обогреве. И вот все экономим. И электричество, и газ, и все такое. Ребята из Москвы, которые работают там, но они наши односельчане, купили микроавтобус Ford для наших студентов, вот, чтобы они бесплатно каждый день ходили в свои вузы и бесплатно возвращались. Шофер, топливо, ремонт машины, все я взял на бюджет наш. Русейн, оверс, русейн банасирюцюн. Га русейн банасирюцюн. Эти овки цецет баны. После распада Советского Союза здесь, да, вообще не было отопления, и детский сад работал только летнее время, и зимой не работали. Так как сейчас у нас есть отопление, в прошлом году мы провели отопление, и сейчас уже работает круглый год. Бюджет оставался таким же, как прошлые годы. Мы снизили какие-нибудь затраты в других сферах и
отправили на детский сад. Я хотел образно показать, что политика – это не страшно. Если ты решил, у тебя есть цель, ты идешь к этой цели, и по дороге могут быть столкновения с властями, они будут тебе мешать. Но если ты честно идешь к своей цели, ты добьешься успеха. Песня гражданина. Я не один. Шагают. И в наших глазах горит солнце надежды. Krista rapanke sa ta hocharogi parkasin amozumem karkin por im jankne paguhin cherkelu banali u yelelem gatelem jamitas yeser keras bas parselver por luisi martanchogas petipes ertem tantu tianja.